друзья, ну что, приехали на левый берег. Зай, ты серьезно? Я это не вырежу, я тебе серьезно говорю. Приехали на левый берег посмотреть, что тут-то как. Потому что Алина все пыталась мне сюда привезти, но все у нее не доходило. Это у не доходили тебя не руки доходило. До этого дела. Это у тебя не доходило. Не, ну сейчас, может, у меня и не доходит после операции, поэтому, Зай, не доходит дело до этого. Операция чего? Я не скажу. Это меньше трындеть надо знать. В общем, поехали. Покажи первую достопримечательность, Алин. Это я. Ну, это само собой. А вот рядышком с тобой что находится? Это церковь. В общем, друзья, достопримечательность, да? Сними, сними. Как бы, если бы у нас было во всех а так садиках и во всех школах, как Алло. В церкви. Да, Зай, что? Я говорю, а это забор. Где? А, ну да, понятно, забор. Давай, Алина, этот, весели публику, а то, чтобы скучно не было. А то некоторые там хейтеры пишут, ну а почему бы и нет? Хейтеры пишут, что очень слабенько там троллили. Да. Для тех. В общем, друзья, если вы согласны, что были бы у нас такие садики, где вот столько зелени, столько красоты и школы, если вы согласны со мной, что я считаю, что садики у нас должны в таком рассвете быть и все социальные считаю, какие-то предприятия, то ставьте пальчики да вверх. Да ты не по теме. Что, почему не по теме? Ну, Заль, господи. Да лучше салон красоты для меня построить. Надо сначала на нее заработать. Пойдем деньги снимем. Подожди, скажи, ты не согласна со мной? Конечно, согласна. Ну вот, видишь, бабки идем снимать? Да. Зай, сколько можно рыгать, отрыжки делать? Ну, тебя прозвут этой свинкой Пеппой в моем блоге. Слышишь? Да. Ну ладно. Где бабки? Пошли бабки снимать. В общем, друзья, похавали мы в АТБ. Алина, ты нахавалась? Нет. Почему нет? Ну, потому что я села совсем чуть-чуть, и такую пиццу, короче. И вот. Пол-литра это, чая выпила. Ну да, но я еще хочу. В общем, она не наелась, друзья. Мне Сережа пообещал, что мы пойдем в KFC. Так, подожди, я тебе не обещал, что мы пойдем в АТБ. Значит, но, KFC отпадает. В смысле? Ты серьезно? Ну да. Нет. Почему? Ну как это? Блин, как неудобно, когда девушка маленькая. Нужно постоянно телефон вот так, то так, то так. Да, я Зай? Я могу прыгать. Да? Да. Ну на, посмотри на себя красиво. В общем, посмотрела, прыщей нету, все нормально. Эй, ты не зовешь, я на свои стрелки посмотрю. Покажи мои стрелки. Давай. Друзья, если нравятся Алинины стрелки, пожалуйста, поставили пальчик вверх и этот, заказали услугу Алины. Она очень делает хорошие стрелки. Да, я бесплатно все награждаю. Пыталась, короче, один раз мне сделать стрелки и чуть не сбрыла их нахер. Да, Зай? Да. Поэтому... Что снимать? Что такое? Что ты? Ты что-то хочешь, да? Это не важно, кого-то знать. Ты серьезно? Да. А если... Нет, подумаем. Зай. Зай, ты глянь, какая сзади тебя красота, точнее, сбоку. Ой, я бы хотела бы тут сфоткать. Алин, давай, стой. Ну, улыбочку давай в 32 это. Ну, хотя бы в 12 зубов, Зай. В общем, друзья, потом продолжишь. Точно? Да. Ну ладно, сейчас, короче, мы сделаем портретные фотки Алине и да. будем продолжать. Все. В общем, друзья, мы вернулись. Алин, да. короче, пофоткались, конечно, друзья. Я потом вам там сделаю обзор фотографий. И вы тогда мне напишите в комментарии, кто лучше сфотографировал, я или Алина. Да нечестно. В смысле нечестно? Ну серьезно, Зай. Ну все, отстань, меня не трогай. Чего тебя не трогать? Просто когда я ее фотографирую, ей нравится. Когда она меня фотографирует, мне вообще не нравится. Да, Зай? Да, да, да. Шо, ну чё ты? Ты степесняшка? Ладно, друзья, отключимся буквально на минутку, потому что Алина там что-то... А что ты хаваешь, Зай? А что ты? Ну не, ну не, ну что ты меня трогаешь? Ну
Ладно. Вот посмотри на меня. Мы на эту секретную тему поговорим с вами. Как вы думаете, что Алина прячет от нас всех? Да, кстати. В общем, кто знает, кто угадает, или кто догадывается. Да, кто догадывается, пишите в комментарии, я отправлю вам 10 гривен на вашу мечту. Нет, ну хотя бы на конфетку. Или на проезд. Нет, в принципе, на что... О, я отправлю вам 10 гривен на проезд на Левый берег, правильно? Да, да лучше чупа-чупс уже, все. Ну хорошо. Пока начнем. Жаль, ну что, сделаем рекламу Кока-Коле? Да? Фу, как это омерзительно, Алина Александровна. Ну ты же так любишь. Как я люблю. Зачем ты два сразу открываешь, а? Ну, один тебе, один мне. Один тебе, один мне? Что с трубочкой? Что тебе не нравятся трубочки? Трубочки моего детства. Да? В смысле твоего детства? И колы такой в KFC за 70 гривен, извините меня, давали нормальную большую колу. А тут дали какую-то. Короче, ее не устраивает, что ей не 2 литра колы дали, а всего лишь да. Один. За, а там даже нет литра. Задавляем сколько картошки, Китс? Короче, тебе заказали мы только одну картошку. Уже нормальный бургер. Так как ой, ты хотел. У меня красный, где фиолетовый. Разные трубочки. Самые лютые. Смотрите, у такого тут красавца. Идем в аптеку, Каримджина. Ну, какой большой, красивый. Алин, у нас бы был такой белый. Жиробасик. Зай, он, наверное, весит больше, чем ты. Она его откормили. Красавчик. Хозяина ждет, наверное. Ты его заставила подняться, Алина. Красивый какой. Это девочка. Это девочка, да? Да. Красавец. Боже, друзья, еле-еле Алину оторвал от лабрадора, да? Это да, вообще она просто. Такая, она такая большая, такая длинная, такая вася, такая маленькая, такая хлёсая. Она мне лучка, такая так похладила, вообще такая классная. Вообще. Я думаю, если бы это сучка, да, была? Да, это девочка. Я думаю, если бы она вот так ночью пробежалась по тебе, Алина, у тебя бы ребра были поломанные просто. Ничего страшного. Она реально она весит больше, чем ты, зай. Ну, ничего страшного. Да, ну да, ничего страшного. Как лучше телефон держит? Вот, поэтому, да, не такой хлёсый, такой классный. Да, ты уверен? Да. Ты уверена, что еще хочешь лабрадора? Да, да. Понятно. Да, да. Хочу. Ничего не поделаешь. Любовь к животным у Алины, это, наверное, на первом месте, да? Не, на первом месте у меня любовь к тебе. А как же Лаки? На втором месте у меня любовь к животным. Это учитывается еще и Лаки. Потому что Лаки это самый лучший преданный пес в моей жизни. Да? Да. Пока Сережа там шею задувает, я решила тоже. Типа стать блогером, да? Типа пойти или, по стопам сейчас. Или очередной раз использовать телефон в качестве зеркала. Да? Нет, пойти по стопам сэр Алекса. Да, сэр Алекс. Да. Согласен. Да. Ты какое небо красивое. Да, я видела. Такого нет. Вот. Так что, давай сегодня это... суббота самая такая какая-то вот у нас продуктивная. Алина ж кричала, что мы не гуляем нигде, не развлекаемся. Вот я решил эту тёлочку выгулять. Тёлочка, спасибо. А вот небо у нас тут какое. Вот. Вот какое небо красивое. Да. Как-то так. Да, у тебя, кстати, небо цветом этого чехла у айфона. Небо цветом моих волос. Да, это правда. Но когда прохладно уже и быстро темнеет. Вот смотри, уже 6:20 и уже холодно и темно.
А ты, кстати, не одеваешь капюшон? А ну, может, надо уже? И застегнуть. Потом эти гланды не болели. Это сэр Алекс так типа переживает за мое здоровье. Давай это ты типа сейчас побудешь гопничком. Да? Была леди, стала гопник, леди. Ага. Кстати, давай так ты сейчас... Ой, встань. Еще одна красавица идет. И классный такой, такой классный. Это пацан. Это пацан, там пацан посоль. Зай, слышишь, давай это ты сейчас встанешь, я тебя сфотаю. Ля, как красиво. Ну, так надо такое только место подобрать красивое, чтобы фотка хорошо получилась. Потому что если фотка получится плохо, будет очень некрасиво. Сейчас тебя публика не поймет немножко. А мне стало на публику, потому что это я. А я – это я. Да? Да. Так. Так это ж хорошо. Вот почему так близко подношу свой этот телефон, получается, потому что я хочу, чтобы посмотрели на мои красивые стрелки. Стрелки, какие они у меня красивые, самые лучшие. Да я там еще напишу номер телефона твой, когда буду монтировать видос, и этот, напишу, чтобы к тебе обращались. Ага, хорошо, хорошо. Вот. Только сразу предупреждаю, только девочки. Ну, можно и мальчики. Я тебе как дам мальчики. Подожди, ну я же еще не замужем, поэтому... А, нет, смотря какие мальчики, там же сейчас же разное бывает. Ну, но все же, я же не замужем, ну, так... поэтому... Ну, ты выполнишь мои условия, я выполню твои условия. Какое условие? Ну, ты же знаешь, это наш секрет, они должны угадать, что это за секрет. Ты имеешь в виду сегодня ночью? Нет, мы до этого снимали, у тебя был секрет. Ну это да. Ну. Так вот. Ну в общем, ладно. Короче, мне кажется, дело что... Дело было к ночи. Чуть-чуть позже мы еще присоединимся. А сейчас, пока немножко холодновато, мы свяжемся немножко позже. Так что ждите. Свяжемся? Ну да. Выйдем на связь, да? Ну да. Илон Маск... с ракеты, с Марса. Ага. Ой. В общем, друзья, а нет, слышишь, мы, кстати, не рассказали по поводу, что мы там похавали. Как? В общем, а ну, давай, поделись впечатлениями. Значит, я никогда не думала, что будут курицу резать. То есть я думала, как бы, обычная нормальная курица, сочная, вкусная. Лучше я бы с котлетой бы взяла, так правда. Оно немножко дешевле было, но оно было бы вкуснее. А так, просто обычно порезанная курица, один листочек салата, значит, одна помидорка, и даже огурцов не было. Как? Ну, я взяла туда кетчуп, понахерачила, короче, точнее, соус, и нормально. Вот, но я поняла то, что я больше туда никогда не пойду, потому что было очень невкусно. Картошка вообще... была сухая, сам бургер тоже был сухой, было невкусно. Поэтому... Нет. В общем, Алина уже в который раз расстраивается, но все равно ходит по таким заведениям. Вообще, друзья, хочу сказать, что вот ну, наш опыт с Алиной, да, введением быстрого питания. Как для меня, то я считаю, что KFC и Макдональдс это самые лучшие как его, заведения быстрого питания. Все, это самые быстрые и самые вкусные, поэтому... Итак, как вас зовут? А как вам нравится больше? Ну, не знаю. Вы должны сами сказать. Меня Алиша зовут. Алиша, откуда вы? Я из ПГТ. Что это за помойка? ПГТ? А что это? Солнца нет. От чего вы хаваетесь? Вы что, бухая? Да нет, а вы? Я немножко обкуренный просто. Да? Да. Это откуда хорошо. Вы едете и куда? Я еду с левого берега Кам'янського. Доїжджаю до правого на 9-ту больницю, щоб дійти додому. А що ви прийшли на українську мову? Та що захотіли? Ти що, типа, дуже сама умна или що? Це як Зеленський. А що так, ну, така ж, як і Зеленський. Він розмовляє на українській мові такий, я буду розмовляти на українській мові, що тут такого. А вам казав хтось, що у вас дуже гарні очі? Спасибо. Даже коли ви бухі. Взагалі це неправда. Ну ладно, я пошуткував трохи.
Будемо розмовляти з суржиком чи перейдемо на ту мову? Яка зручніше? Ой-ой-ой, 12 балів по українській мові вам. Дякую. А що вас так трусить? Що ви дергаєтесь? Та холодно, блін, це псець. А, холодно? А, ну тоді зрозуміло. Ну так, а я тобі о чому кажу? На кого ви... А, скільки вам рочків? Не повіриш, 21. Ніхера собі. А що така велика виросла? Не знаю. Добре. Чим любиш займатися? Тупі питання задаєш, зай. Ладно, жрати, що любиш? Що попадеться. В смысле, ти що, на помойці рогаєшся чи що? В твоїй. Все, що найду, все моє. А, ти маєш в виду мою помойку, це холодильник. Зрозуміло. Що ви там підмигуєте? Кому ви там підмигуєте? Це я зрачки розслабляю. А є якісь домашні животні у вас? Давай, удаляй цей відосик і задавай якісь нормальні питання, щоб було смішно. Що це за чмо йде? Не можу зрозуміти. Чмо? Що, рюкзак не можеш закрити? Да. Зай, ти любиш животних? Да. А ти можеш повить на луну? А ну громче, громче. Давай. Да, такой, конечно, волк. В общем, друзья, вот на этом наша прогулка и день на позитивной нотке заканчивается. Зашли только что с Алишкой в магазин, в Тада, в Каменском есть, ну, всякое барахло продают, нужное. Вот. Боже, и началось. С ней вообще по магазинам ходить просто вот, ну, нельзя с вот этим чмо, понимаете? Я наркоман. Начинает всякую херню брать, для туалета пробивалки. В общем, пока туалет весь не наденет, пока этот, знаете, как будто на военного одевают все, что только надо и не надо. Вот это так сама Алина. Надо, но не надо, пригодится, не пригодится. Главное – купить. И это, наверное, проблема у всех девочек. Покупают всякую дрянь и не задумываются потом, надо это или не надо. Если у вас есть какой-то способ решения этой проблемы, друзья, подскажите, может, я применю для своей Алины. Вот, и у нас с баблом все наладится. Да, Зань? Да. Так что, пишите в комментариях. Ну что, на этом прощаемся? Нет, мы не прощаемся, мы сейчас зайдем в хату и посмотрим, что там сделал Лаки.